Итак, кучу все разобрали, кое-что придумали. Сейчас буду показывать. Итак, срезали мы бугор, у нас тут был. Ну и хотим не просто так кирпич вот свалить как-то в кучку, да, а вот выложить временное какое-то вот кострище, вот, даже без цемента. Вот, посмотрим, что получится. Но оказалось, все не так просто. Кирпичи разного размера, хочется покрасивше. Так, первый ряд готов. Мне все пока нравится. Готов. Я снимаю тебя. Бубнит. Давай, я верю в тебя. Ты что, меня снимаешь? Да. Итак, два рядочка сделали. С горем пополам. Третий пошел. Подбираем нужного размера. Да, давай, клади. Кирпич у нас жаропрочный, шамотный. Ну, пока хорошо получается даже. Итак, что у нас получилось в итоге? Кострище. Опять же повторюсь, мы не гнались за качеством, а просто сложить аккуратно кирпичики, которые могут нам понадобиться в процессе огородничества. Да, не идеально, может быть. Ну, пожечь костер можно, безопасно. Вот как-то так. Нам очень нравится.